Здравствуйте, это новости Дагестана на телеканале ННТ, с вами Махач Курбанов. Мы вам расскажем о последних событиях. Коротко о главном. Безопасное волеизъявление. Глава Дербента Хизри Абакаров проверил, как идет подготовка участков к общероссийскому голосованию. Выздоровевшие приносят пользу больным. Финалисты конкурса «Лидеры России» решили сдать кровь в рамках акции «Антиковид». Что содержит в себе эта плазма, узнаем чуть позже. Вчера страна отметила печальную дату – День памяти и скорби. 22 июня 1941 года, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. А завтра – 75-летие другого значимого события. 24 июня 1945 года в Москве прошел исторический парад Победы, поставивший точку в той войне. Во многих городах России именно в этот день пройдут военные парады. Не станет исключением и Дагестан. Парад состоится в Каспийске, где накануне уже прошла репетиция зрелищного действа. Год 75-летия Великой Победы не оставил равнодушными многих дагестанцев. В образовательных учреждениях республики готовили акции и флешмобы, приуроченные к памятной дате. Не стал исключением и медицинский колледж имени Башларова. Еще до вступления в силу ограничительных мер, связанных с пандемией, студенты колледжа провели в парке имени 50-летия октября масштабную акцию, участниками которой стали более 100 человек. Одетые в белые халаты, такие же, как носили на фронте военные медики, они выстроились в форме клина, символизирующего солдат, не вернувшихся с поля боя, и хором исполнили песню на слова и музыку Елены Плотниковой. О той весне флешмоб был призван напомнить молодежи о важности подвига советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, студенты колледжа развернули копию Знамени Победы площадью 470 квадратных метров и пронесли флаг через аллею парка 50-летия октября. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет флот, далекий год, на пленке старой нелегкий путь, еще чуть-чуть. Глава Дербента Хизри Абакаров проверил, как идет подготовка участков к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Он побывал на одном из таких объектов для голосования, организованном на территории общеобразовательной школы номер 20. Участок обустроен не внутри здания, а перед ним прямо на открытом воздухе. Он обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и полностью подготовлен к процедуре волеизъявления. В помещениях и коридоре школы регулярно проводится дезинфекция. Перед входом у голосующих будут измерять температуру. За каждым столом будет сидеть только один человек на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Каждому из участников голосования будет выдан санитарный набор, в состав которого входят перчатки, ручка и одноразовая маска. Будем проверять все участки, какая у них готовность, что нужно, будем предоставлять. Ну вот первый участок мы посетили. 04-96. Мне понравилось. Очень хорошо подготовлены. Надеюсь, у всех тоже будет так же. Но мы все участки поедем, посмотрим. Всероссийский день донора прошел, однако это не значит, что сдавать больше кровь не нужно. На сегодняшний день, как отмечают специалисты, в этом еще есть большая потребность. Финалисты конкурса «Лидеры России» решили сделать благое дело и пришли на станцию переливания крови в рамках акции «Антиковид». Все подробности в следующем сюжете. Еще один шаг в борьбе с COVID-19 в нашем регионе. Республиканская станция переливания крови использует специализированные тест-системы для определения антител коронавирусной инфекции. Такая помощь сейчас крайне необходима. Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить их искусственным путем невозможно, и только переболевший и выздоровевший человек может стать донором и помочь больным пациентам. Мы сдаем кровь в надежде на то, что наши антитела к коронавирусу могут стать вакциной для людей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями, для которых очень опасно заболеть ковидом. Лидеры сдали стандартный донорский объем крови 450 мл. О наличии антител станет известно через день. Чуть позже можно будет сдать плазму с антителами на COVID-19. Доноры считают, что в их жилах течет лекарство, которым они просто обязаны были поделиться с земляками. Мы, как неравнодушные люди к этой проблеме, решили внести свой вклад в оздоровление нашего общества. А если еще и наша кровь
поможет кому-то, сможет спасти жизнь, и мы сделаем правильное намерение, думаю, это будет очень большой вклад. Плазма одного донора может помочь трем больным, так что переболевшие люди могут помочь тем, кто сейчас в этом нуждается, отдав частичку своего добра. Многие переболели коронавирусом бессимптомно, даже не подозревая об этом. Сдав кровь, мы узнаем, есть ли в ней спасительные антитела. Но даже если их нет, наша кровь пригодится для спасения человеческих жизней. Пусть не от коронавируса, но от этого она не станет менее ценной. Переливание донорской плазмы крови – один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса на сегодня. Такая методика применяется во многих странах, где сражаются за жизнь больных коронавирусом. И благодаря таким инициативным дагестанцам в республике удалось сохранить донорство. Хочу от души поблагодарить ребят из финалистов конкурса «Лидеры России», которые пришли и организовали нам донорство. Когда нам важен каждый человек, это трудный период, они показали свои благородные поступки. И еще они обозначили важность заготовки антиковидной плазмы. Мы же не знаем, что будет в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы быть готовыми к тяжелым временам. Врачи, которые работают с такими пациентами, говорят, что после первой же процедуры введения плазмы значительно улучшается состояние у самых тяжелых пациентов. Компоненты крови с антителами – это уникальное медицинское средство, которое нельзя получить искусственным путем. Помочь может только человек. И каждый способен спасти чью-то жизнь, просто сдав кровь. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В России планируют увеличить пенсии по старости. Индексация пенсии в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В связи с этим средний размер пенсии в грядущем году достигнет 17 432 рубля. Также, согласно планам, в 2022 году пенсии проиндексируют уже на 5,9%. Таким образом, их размер возрастет до 18 357 рублей. А в 2023 году выплаты проиндексируют еще на 5,6%, до 19 283 рублей. В документе также говорится, что среднегодовые размеры социальной пенсии в ближайшие три года составят 9 977 рублей. И 10 693 рубля соответственно. При этом размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в ближайшие годы повышать не планируют. В марте этого года при рытье котлована для перестройки частного дома был обнаружен фрагмент средневекового кирпичного строения. Дербентская археологическая экспедиция под руководством профессора Муртазали Гаджиева приступила к изучению обнаруженного объекта. В настоящее время на месте проводятся срочные охранно-спасательные раскопки. О назначении обнаруженного здания пока судить рано. По своей планировке оно напоминает небольшую келью или подсобное помещение. Обнаруженная средневековая постройка представляет собой небольшое кирпичное здание, перекрытое коробовым сводом, с входным проемом, с лестничным маршем и тремя нишами в каждой из стен здания. Пол помещения выложен обломками обожженных кирпичей. В помещении выявляются многочисленные фрагменты керамической посуды, в том числе иранской кашиновой, местной глазурованной, а также неполивной столовой. Махачкала вошла в десятку популярных летних направлений для отдыха. По результатам исследования, столицу Дагестана стали чаще других рассматривать в качестве места для летнего отдыха. Столица республики по частоте запросов разместилась на 9-й строчке рейтинга курортных городов России. Самыми популярными стали Симферополь, Сочи и Анапа. На 4-ю строчку впервые поднялись минеральные воды. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург и Геленджик. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь. Приятного отдыха, до свидания.